Всем привет! Сегодня я продолжаю ремонт автомобиля Toyota Corolla 1997 года выпуска. Двигатель 4E-FE. Значит, ремонт в чем заключается? У автомобиля после ремонта двигателя, делал двигатель не я, запускается он, все работает, но нет холостого хода. Значит, проверил я свечи, проверил катушки, проверили мы рампу топливную, до этого видео было на моем канале. Проверили буквально все, даже я снимал регулятор холостого хода, то есть снимал не регулятор холостого хода, а снимал дроссельную заслонку, вот, и снимал оттуда регулятор холостого хода, разбирал его, промывал, немножко получилось так, что мне пришлось его передвигать, ничего это не снимал. Думаю, сегодня засниму. Ну, а сейчас видео про то, как я буду снимать вот эту дроссельную заслонку. Ну, не каждый человек, не каждый домашний мастер, это же я показываю ремонт в гараже, не каждый может снять дроссельную заслонку. Ну, то есть он может, но необходима какая-то консультация, какое-то, как сказать, пособие небольшое. Вот это видео и как бы небольшая консультация о том, как можно снять заслонку без лишних хлопот, как говорится. Что я делаю? Первым делом, конечно же, надо снять, открутить, это во всех мануалах, рекомендациях, минусовую клемму аккумулятора. Ключ на 10. Далее снимаем часть воздушного корпуса, воздушного фильтра и вот эту гофру. Отсоединяем шланги все, отсоединяем саму гофру от дроссельной заслонки. Для этого вот здесь ключик на 10, отвернем, снимем шланг вентиляции картерных газов, снимем датчик температуры всасываемого воздуха. Вот он какой. Отключаем от дроссельной заслонки, разъемы. Это датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода. Разъемы очень плотные, снимаются. Ну, не сказать, что тяжело, но так плотненько. Этим и отличается Тойоты, то есть японские разъемы, от европейских. Снимаем тросик газа. Головка на 12. Вот такая головка на 12 с удлинителем. Примерно удлинитель 15 сантиметров. Отворачиваем 4 болта крепления дроссельной заслонки к пускному коллектору. Шланг или трубка продувки адсорбера тоже отсоединяем.
Дроссельная заслонка, еще к дроссельной заслонке. Вот здесь вот сзади, вот здесь вот, видите, вот это вот два шланга подходит охлаждающая жидкость, а вот два шланга. Это вакуумник с гидроусилителя руля. Сейчас я их тоже отсоединю. Так. Вот эти два шланга можно заглушить, можно не глушить. С них особо тосол не бежит. Все, дроссельную заслонку я снял. Вот такая вот она. Нам нужно подобраться вот к этому регулятору холостого хода. Все. Дроссельная заслонка снята. Такой вот вид. Всем пока. Снимайте дроссельную заслонку, ремонтируйте. Сейчас в следующем видео я буду снимать вот этот вот регулятор холостого хода. Вот этот вот. Вот он. И буду проверять его. Все покажу.